Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем Five Nights at Freddy's. Вы в прошлом выпуске, ребят, говорили, что я забыл взять камеру где-то отсюда, откуда-то отсюда, но я что-то не понимаю. Неужели это вот оно? Разве я не подходил в прошлый раз к этому? Да, фаст-камера и правда. Похоже на старую камеру. Это? Итак, когда применяется фаст-камера... Короче, я не понимаю. В прошлый раз я был здесь и подходил к этой коробочке. Она не открывалась, даже нельзя было нажать ничего. Я клянусь вам. Ладно, тем не менее, сейчас мы здесь, и я ее взял. Все, хорошо. 1-2, мы свитчим. Понятно, и что-то использовать. Я не прочитал. Если ты попадешь в неприятности, воспользуйся вспышкой камеры, чтобы оглушить аниматроников. Только учти, что вспышка не сработает на Монти, поскольку он носит солнцезащитные очки. Фредди, блин, да, Монти уже давно сдох. Мы уже взяли его даже когти, по-моему, да? Клещни, когти. Что-то мы взяли его. Слушайте, здорово. Здорово, что мы все-таки здесь посмотрели и все сделали. Давайте сохраним. А как пользоваться этой камерой? Я же не посмотрел в итоге, я просто скрыл. Так, давай. Смотрите. Как пользоваться-то? А, на троечку. На единицу фонарь, на троечку фаст-камера. И у нас есть хоп. И теперь мы ждем, когда энергия снова наберется, да? Или как? Или... А долго она будет набираться? Я ее просрал? Я же не прочитал. Окей, я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Мы же сохранились. Не зря мы сохранились. Поэтому давайте выйдем и заново загрузимся. Вот, камера у нас все отлично. Она заряжена полностью. Этого не было. Вычеркните из памяти. Теперь нам нужно пойти с вами. Какое у нас задание есть? Задание улучшить Фредди в отделе запчастей и обслуживания. Надо вернуться туда. Но я, ей-богу, я не помню, куда это нужно идти. Я запутался уже здесь. Я, если честно, до сих пор не совсем понимаю, как пользоваться этой картой. Ничего не понятно. Что здесь? Куда здесь? Что означает эта штука? Что это за символ вот этот? Я не понимаю, здесь нет обозначения. Здесь нет обозначений никаких. Только где лестница и только где находится Фредди. Ну, давайте посмотрим, где находится Фредди. Вот где находится Фредди. Возможно, так я и смогу научиться пользоваться картой. Просто видеть, где Фредди. Хорошо. Идем отсюда. Это наша первостепенная задача, идти отсюда. Нам нет кого прятаться, в принципе-то. Все же сдохли. Все, кто мог на меня здесь напасть, сдохли. Это был один чувак, Монти. Shit. Так, а в какую сторону-то мне идти надо? Где этот лифт? Я уже запутался здесь. Лифт, по-моему... ладно. Придется здесь бежать. Ну, не трогай меня. Зачем ты меня трогаешь? Не понимаю. Я же маленький мальчик. Ты что, хочешь, чтобы я тебя по судам затаскал? А я затаскаю. Все на видео снято. Мы же тут летсплей пишем, да? И все заснято. Абсолютно все. Мы понимаем, в чем погрязло это место. Окей, выходим. Слушай, давайте сохранимся. Мне лень еще надо сохраняться, потому что это долго. Эту шкалу ждать бесконечно, отвратительно долго. Но это лучше сделать, чем потом снова бежать. Потому что дальше мы вряд ли ее скоро увидим. Нам нужно пробежать будет через всю эту огромную площадь, чтобы добраться до еще одного лифта, куда спуститься. Там, в общем, целое приключение нас ждет. И поэтому правильно сделал, что сохранился. Двери открылись через 100 лет. Спасибо, карта. Смотрите. Так, думаем, думаем. Фредди находится на третьем этаже. Погодите, 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 погодите. Это Фредди физически находится там, где я его оставлял, потому что тут загадка с лабиринтом. Та самая отвратительная загадка из прошлой серии. Где я чуть с ума не сошел. Я сошел с ума. Видите, как я говорю? Я просто сошел с ума. Нам нужно попасть в комнату обслуживания, которая, кстати говоря, находится-то здесь. Если мне память не изменяет, мы должны спуститься с этой сцены вниз. В тот раз мы как раз-таки Фредди и лишились. Вот в этом месте. Все, спускаемся. Да. Ой, как хорошо, что мне пришлось долго искать. Бывали моменты, когда я застревал в этой игре. Непонятно было, куда идти. Так, я могу спуститься просто? А, нет, не могу. Почему? А если перепрыгнуть? Не, не получится. Идем. Вот. Стоп. Стоп. Стоп, игра. Заходим сюда. Тут есть зарядка. И не улучшалка, а как ее называют? Сохранялка.
Сохранялка, улучшалка. Я уже, видите, я все путаю. Все слова, абсолютно. Потому что я с ума сошел от этой игры. Но, блин, вроде бы много прикольных моментов. Но иногда такие вещи просто выбивают из колеи, которые вы уже все видели. Поэтому пока терпим, играем, радуемся жизни. Итак, заходим. Фредди, ты один там? Оу, нам нужно завести Фредди. Поэтому давайте используем капсулу. Сейчас зарядим его. Все, низкий заряд, ты гонишь. Вот, видите, все полное. Давай, Фредди, заходи, садись. Что? Что нажать? Использовать. Я прям через Фредди развел. Добро пожаловать в отдел запчастей обслуживания. Выберите необходимую процедуру. Улучшение Монти. Фредди сейчас будет иметь клешни Монти. Мы, получается, сможем сражаться уже. Видимо. И изображение появись! Ладно. То, что-то, видимо, грандиозно сейчас загружается. Какая-то супер-кат-сцена. Которая будет фейерверки. Повсюду будут роботы стрелять друг в друга бластерами. Будут мороженое раздавать всем. И мы будем все облизывать его. Радоваться. Оно будет фисташковым. Или шоколадным. Я люблю шоколадное. Да, шоколадное хорошо. Темный шоколад. Три вида шоколада. Ах, как хорошо сейчас будет, когда все прогрузится. Или нет. Как я правильно сделал, что сохранился? Потому что мне пришлось перезагрузиться. В надежде, что сейчас все сработает. Давайте даже не будем брать Фредди. Мне кажется, вообще наплевать. Есть он здесь или нет, он появится тут. Ты ведь не будешь? Он что-то дрыгается. Я думал, он не будет что со мной делать. Так, улучшение. Вот! Смотрите. Да, он появился. Подготовка к процедуре улучшения. Можете зайти в защитный цилиндр. Захожу. Фредди, ты как? Нажмите, чтобы использовать. А, сейчас опять будут эти игры. Давайте, значит, сначала откроем обшивку руки. Хорошо. Чтобы... Щелкните по руке, чтобы открыть обшивку руки. Бэнкс. Отключение цветные провода. Чтобы... Важно добиться полного соответствия схеме. Пе-пе-пе-пе. Щелкните по когтям, чтобы извлечь их из обшивки. Отлично. Теперь поместите новое оснащение в обшивку руки. Теперь поместите... После установки нового оснащения подключите цветные провода назад. Что это было? За что? За что? Почему? Почему? Чё я сделал не так? Я что, деграднул и сделал какую-то ошибку в этих простейших задачах? Нет, не может быть такого, я не мог ошибиться здесь. Ну давайте попробуем еще разок. Я не понимаю, как это так, что я сделал не так? Что я... Как я посмел ошибиться? Это же супер простейшее. Простей не может быть. Давай, улучшение. Здоров, здоров. Открывай. Окей, кто-нибудь объяснит мне, что не так я сейчас сделал опять? У меня есть подозрение, я не уверен, что это так, но, может быть, мне нужно зарядить Фредди. Возможно, он переместился сюда без заряда и поэтому напал на меня. Давайте попробуем полный заряд его сейчас туда положить. Давай. Вот. Это единственная догадка, что я мог сейчас сделать не так. Поэтому... Давай выходим, чтобы игра, не дай бог, не глюканула еще разок. Так, все, встали, улучшение. Все, ты сел? Все, мы зашли. Использовать. Давай. Что я делаю не так? Он же сказал, откройте. У меня есть догадка, что может быть потому, что я раньше, чем появляется уведомление, как нужно открывать панель, я нажму открывать панель. То есть раньше не даю роботу договорить. И он такой, ну ты, блин, свои руки лечишь куда-то. Я вечно свои руки куда-то сую, поэтому у меня их одна всего. Ну ничего, ничего, ничего. Так, все, давай, садись, Фредди. Мы ждем. Только когда разрешат. Можно? Можно. Хорошо. It is important that you match the pattern correctly.
Пробуем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Окей, теперь мы... Все, она подсветилась, я сделал. Давай, вставили. Реконнектим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отличная работа. Закройте обшивку. Так я же нажал закрыть обшивку. Почему? Почему? Окей, просят закрыть обшивку. Есть. Теперь проведите диагностику и завершите процедуру с помощью консоли тестирования. Раз, два. Раз, два, три. Я как будто бы, знаете, стою перед отцом, который вечно во мне разочарован, что бы я ни делал. Боюсь допустить даже малейшую ошибку. Ты. Хватит. Отлично, мы завершили. Не нужно делать это на вспомогательной руке. Окей, все. Завершить. Есть! Что-то он говорит. Открывайте особые ворота на территории пиццы Плекса с помощью когтей Монти. А, это не для того, чтобы сражаться, а особые врата. Мои руки стали другими. Где ты достал эти детали? Лучше мне этого не говорить. Какая удача. Теперь я смогу рвать сетчатое ограждение в здании, как это делает Монти. Вот так он и делал. О май год! О май год! Быстрее заходим сюда, все. Нам нужно быть внутри Фредди. Все? Все хорошо, мы спаслись. Я очень рад, что ты успел вернуться на зарядную станцию, Грегори. Улучшение установлено, и теперь я смогу пройти на территорию гонок Рокси. Я давно там не был, но может там тебе удастся найти подсказки, как можно справиться с Рокси. В общем, мы сейчас будем выносить их по одному. Что-то неприятные звуки. Это, возможно, врата открыли просто. А, да. Давайте, гонки Рокси. Все, понятно, куда идти надо. Как-то быстро мы в итоге убежали от Луны и Солнца, да? Я-то думал, что он будет за нами какую-то там добрую часть сейчас выпуска гоняться. А так, оказывается, нет. Он быстренько нас отпустил. Так, все хорошо? Ты не будешь меня больше бить, ты что дрожишь? Боишься? Ну, я тоже, знаешь. И нормально бояться. Но трусить плохо. Запомните, друзья, трусить плохо. По себе знаю. Итак, гонки Рокси. Рокси Рейсинг. Это отсылка на рок-н-ролл рейсинг, интересно. Рокси, рок, понимаете? Вот рейсвей. Кто-то здесь есть? Рокси здесь ходит? Здесь, кстати, никого нет, кажется, по-моему, да? Кажется, по-моему, нету никого, кажется. Куда нам нужно пойти? Здесь? Стоп, закрыто. Я так понимаю, вниз, вот сюда нужно. Фредди, ты бы побежал, было бы здорово. Не здесь? Вот здесь? Это полотно? Не это полотно. Так у меня Фредди сейчас перестанет работать. В чем прикол? Стоп, давайте выйдем из него, чтобы он не расходовал энергию. Доберемся сейчас сами. Во-первых, вон сохранялочка есть. Это... А! Все отлично. Давайте тогда встанем, зарядимся и только потом сохранимся, чтобы не делать лишних движений. Выходи. Нет. Я сказал, не входи, а выходи. 5 часов. А нам до 6? Это классика же, да? Ведь это канон. Мы должны до 6 обязательно прожить. Уже скоро 6 часов? Остался час. Но по игре как? Насколько долго это будет? Давайте зарядим. Все. Есть. Фонарь. Смотрим, что у нас здесь. Фредди, иди сюда. Здоров.
Итак, мы идем. Узнать. Погодите, нам нужно будет еще и узнать, как Чику вывести из эксплуатации. Это тоже нужно будет делать. Я думал, нам надо забить. Использовать билет на вечеринку, чтобы попасть на территорию Phaser Blast. Но у меня нет билета. Вот что. В чем прикол-то? Узнать, как можно остановить Рокси на территории гонок Рокси. Ладно, хорошо. Получается, мы просто исследуем. Исследуем и все. Например, сначала пойдем вот сюда. Это гонки Рокси? А, нет. Это что-то какое-то стрёмное место. Нам сюда не, ну, точно не нужно. Вот сюда. Вот сюда, кажется. Да, нам сюда, но здесь есть подсобочка. Ага, это все та же подсобочка. В задницу это место. Мы, кстати, уже даже вроде бы здесь были. Фредди, сюда. Верный песик прям. Я дальше сам, ну пока. Куда я вернулся-то? Что? Я вернулся обратно. Нам вообще сюда нельзя было идти. Чё за прикол? Стоп. Нам, походу, нужно куда-то сюда. Вот. Рокси уже здесь. Я слышу кого-то. Кто-то идет, или это я иду? Смотрите, сумка. Сообщение. Это происходит снова. Жалоба клиента. Зачем вы снова открылись? Все отлично помнят, что случилось с теми детьми. Не работает. Не работает. Не работает. Но может быть Фредди мне поможет? Погодите, а мы можем куда-нибудь запрыгнуть здесь? Нет. Фредди! Где он? Фредди? Это страшно. Мне страшно, Фредди, перестань это делать. Пожалуйста, как будто призрак. Да что это за звуки? А, он реально бежит оттуда снизу? Я же думал, он телепортнется ко мне. Вон он. Он как будто прям за мной бежит, нет. Это страшно. Встаем, встаем. Ну давай, давай, все, я запрыгиваю. Оп. Я как ксеноморф, только реверсивный, наоборот. Нажмите. Бэм-бэм. Нет? Мне не сюда нужно идти. Вот! Я хотел позвать его сюда, но он выбежал прямо оттуда. Вот что имелось в виду. Вот это место, которое может вышибать. Спасибо, Фредди. Мне даже не пришлось сесть в него, чтобы разбить. Он сам это сделал. Так. Кажется, нам куда-то сюда нужно. Так, держись рядом, окей? Пусть вообще за мной сюда бегает и сшибает все на своем пути. Мы можем пойти наверх, кажется. Но нам туда не нужно. Мы можем... Что-то здесь вообще все в хлам. В хлам разбито. Но, мама, разве мы покупали билет именно в такой аттракцион? Нет, сынок. Я просто тебя бросаю. Мама. Сохраняемся. И есть. Фредди, держись рядом. Походу нам сюда. Походу вот прямо мы здесь где-то. Туалеты, в которых нельзя спрятаться. Будем иметь в виду. Фредди, за мной. О, блин! Как ты это делаешь? Как побежал? Ох, как он напугал меня. Смотрите, где мы опять? Какого фига? Я был здесь? Или не бы? Я не знаю. Но я был тут. Вернулся обратно в эту локацию и нашел еще одну такую дверь. Фредди, давай-ка мы с тобой это теперь сделаем. Самодеятельности, пожалуйста, никакой не надо. Я хочу управлять. Вы видели, что-то было с часами? Только что была иконка. Оп! А, я думал, надо будет кнопочку не нажать. Вот, гонки Рокси. Наконец-то мы их нашли. Тут будет какая-нибудь капсула, где мы сможем подзарядить его или нет? Можем посмотреть на карте. Карта. Капсул. Нет. Тогда давайте выходим. Не нужно расходовать. Если что, он нам пригодится.
Можно еще заодно использовать камеру. Хотя бы разок попробовать использовать ее на ком-нибудь. Мы сейчас будем с Рокси сражаться. Скорее всего, в этом выпуске мы ее с вами убьем. Если, конечно, не какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. Какие-нибудь приколюхи. Так, Фредди? Ты где? Давай. Молодец. Вижу. Сумочка. Стоп. Кто не смеет открывать? Я не просил. А в сумочке секрет, наверное, да, какой-то? Давай. Сообщение. Сообщение провал. Новости строительных работ. Каждый день возникает новая проблема. Мы заливаем новый участок трека, и как только он высыхает, то сразу покрывается трещинами. Мне кажется, что под нами проваливается грунт. Тут вообще производили оценку объекта, прежде чем давать добро на строительные работы. Понятно все. Распил, да, как обычно. Что здесь? Привет, я Роксана Вульф. Если тебя интересует хаос на высоких скоростях, то гонки Рокси для тебя. Зарегистрируйся сегодня и стань победителем. Никто не любит проигравших. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Робот. Она уже здесь. Хорошо, я понял, она уже здесь. Ну, естественно, почему бы и нет. Здесь не будет никаких капсул. Поэтому Фредди держим при себе всегда. Но не используем его. В какую нам сторону идти? Опс, стоп. Это просто фонтанчики питьевые. И вот сюда нужно идти. Фредди! Быстро сюда! Быстро! Быстро сюда! Молодец. Стой, стой, стой. Что здесь? Готова поспорить, у тебя нет друзей, говорит она мне. Ты выиграла спор. Новое сообщение. Злосчастный победитель. Рокси снова за старое. Еще один безмозглый бот лишился головы, потому что она путалась под ногами на гоночном треке. Я устала каждый раз таскаться в западный зал игровых автоматов, чтобы чинить этот хлам. Почему нет ремонтных станций поблизости? Но в этот раз я хотя бы нашла билет на танцы, потому не останусь наедине с закрытой дверью. Билет на танцы? Какие танцы? Билет? Это что-то... Это мне важная информация? Фредди? Ты где? Какой он страшный, какой он жуткий. Взять? Я ожидал. Но, видимо, мы что-то крутое нашли. Отличная работа. Ты нашел голову бота-водителя. Не думаю, что она будет работать в таком состоянии. Однако в западном зале игровых автоматов есть ремонтная станция для роботов. Чтобы попасть туда, тебе потребуется билет на танцы. Ты проверил гаражи. Гоночный трек закрыли без предупреждения перед началом нового строительства. В таких экстренных ситуациях гости иногда забывают забрать какие-то свои вещи. Гаражи. Я тебя понял, Фредди, спасибо за подсказочку. Ладно, я немножко испугался здесь, я признаюсь. Гаражи, 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 гаражи. Здесь мы уже не можем никак пройти, насколько я понял. И под ним, по трекам тоже не можем пройти. Соответственно, мы только должны вернуться обратно. Как-нибудь, стоп, как-нибудь вот сюда. Нет, давайте сюда пойдем. И надо было за вот эти вот всякие углы смотреть. Может быть, тут что-то еще будет. А то с Монти мы намучились очень сильно. Постоянно пропускали предметы. Я не хочу повторения этих ошибок. Стоп. Это просто бот. Это все открывается? Это гаражи, кстати говоря. Это хорошо, что это гаражи. Фонарик. Окей. Дверь. Ну, открывайся. Нет, открывается. А этот гараж будет открываться? Конечно, будет. Но дверь не работает. А потому что написано out of order. Если вы учите английский, как я, то out of order означает не работает. Может быть, вот это работает? Да, тут есть еще одна станция для фонаря.
Офигеть, их здесь много. Но нету ничего полезного. О, здрасте, робот здесь. Вет, вот. Стоп. Он заедет сюда. Итак, смотрим. Журнал обследования. Princess Quest 2 не загружается. Не могу понять, почему. Автомат включается, выключается, когда я пытаюсь сыграть. Будто у него ко мне лично неприязнь. Впрочем, неважно. Мне так и не удалось найти PQ1. Окей, информация получена. Дальше мы отсюда никуда. Нет, стоп. Мы можем. Проезжай мимо. Молодец. Улучшение Фредди. Окей, запомним. У нас есть дополнительное улучшение для Фредди. Выходим. Вот, следующее вот здесь находится. Так, внимательно смотрим. Не всегда предметы подсвечиваются. Не всегда они стоят в очень видном месте. Ого. Капсула! Отлично, что здесь есть капсула. Мы сможем постоянно ходить внутри Фредди. Все, пошли. Здесь завалено. Давай же, ну. Есть. Билет на танцы! Билет на танцы. Это значит, что нам нужно идти в западный зал, где находятся игровые автоматы. Задание. Найти билет на танцы и принести голову робота в западный зал игровых автоматов. Западный зал игровых автоматов. Сейчас мы его найдем. Быстренько прошарим здесь все, что мы не прошарили еще. Так как это очень важно, крайне важно. Просто необходимо, я бы сказал. Или не стоит сейчас шарить, потому что мы все равно сюда вернемся, по идее. Ну ладно, смотрите, сохранялочка есть. И сумка. Мне очень жаль. Похоже, тебе не хватает роста, чтобы ездить на картах в одиночку. Тебе понадобится работающий робот. Вот кто нас будет возить. Черт, робот потерял голову. Я понял, мы как раз таки привезем эту голову и голову. Сейчас мне заплетается язык сегодня. Голову и поставим туда, этому телу. Запрос оборудования. У нас заканчиваются тестовые боты для гоночного трека. На данный момент у нас остался один бот-водитель. В целях безопасного хранения мы разместили его в дальней части трека, рядом с северо-западной лестницей. Сохраняемся. Так, Фред, давай, заходим к тебе. Два отделения мы уже... Я бы с радостью поехал с тобой, но я слишком большой. Сюда мы даже не пройдем, кстати говоря. Недосягаемая зона. И... Вот здесь мы можем пройти. Это сувенирная лавка. Возможно, тут есть... Да, я вижу. Что-то для меня полезное. Тихо, быстрее. Стоп! Криво нажал. Здесь ничего нету? Стоп, было что-то взять. Держивать, чтобы взять. А! Брелок Монти в космосе? Кто-нибудь идет сюда? А, никто не идет. Я здесь в безопасности. Это здорово. Так, это просто коллектаблс. Что за дреснина такая жесткая? Берем. Кто это ходит? Найти работающий карт, чтобы сбить Рокси. Слабость Рокси мы нашли. Кто это идет? Только не говорите, что это она. Я не хочу, чтобы это была она. Вот что-то немножко сиранул. Так, быстрее в капсулу. В общем, мы нашли сразу слабость Рокси. И нашли... Билет на танцы. Осталось только зарядить Фреда. Как мы ровно встали. Ну ничего, зарядимся криво, видимо. Нет полностью. Здорово. Кто там бежал, мне интересно. Неужели это была Рокси?
Без шума, без музыки. Это, кстати, на самом деле даже очень крипово. Это еще криповее, чем если бы началась музыка, если бы так задолбило просто. Надо сохраниться обязательно. Вы замечали, да, в хороших фильмах ужасов зачастую отсутствие музыки или чего-либо такого громкого лучше работает на атмосферу, как мне кажется, как по мне. Идем, значит, в аркадные автоматы, да? В аркадные автоматы мне нужно? Туда нужно. Какого хрена кто это сделал? За что? Почему? Это я... А, я выбил просто. Фу. А, внезапные какие-то маленькие штуки, которые ты совсем не ожидаешь. Правильно иду? Кажись, да. Открывай. Да, блин, как долго еще идти-то надо. А вот тут... Это снова я. Окей. Игровые автоматы, где они были? Игровые автоматы. Я вот сейчас думаю, там стоит робот, который требует билет. Но у Фредди есть когти, которые все уничтожают. Мне кажется, было бы как-то логично просто убить этого робота. Ты голоден? Немножко. Игровые автоматы. Вон, Каскейт. Возможно, это они. Скорее всего, это они. Давайте не будем Фреда расходовать. Чика нас... Такая... Чика, как она называет? Рокси, да. Она нас не увидит. Хорошо. Мы не можем пройти. Вот здесь. И вот здесь. Стоп. Давай, за мной. Здесь аккуратненько нужно пройти. Сюда. Где он? Молодец. Оп, робот. Нет. Это проблема. Внутрь. Быстрей. А, это Чика здесь. Все. Какая музыка? О чем вы говорите? Все. Продолжаете? Я должен остаться здесь. Хотел бы тебе помочь, но... Но после того инцидента мне не разрешается выступать. Но когда я оказываюсь на танцполе, я могу себя остановить. Отправляйся в комнату охраны. Там ты найдешь автомат для ремонта робота. Если увидишь диджея, передай ему привет. Он хороший малый. Это значит, что я сейчас буду без него вообще? Это плохо. Это очень плохая весть. Я не хочу так. Сохранялка. Вот так я хочу. И давайте фонарь зарядим. В общем, на Фреда полагаться не получится. Нам надо самим все делать. В комнату охраны, он сказал, нужно идти. Получается, во всех вот таких вот местах мы находим в итоге комнату охраны. Это танцпол, о котором он говорит, он сюда не может. Не можешь или не хочешь, Фред? Я слышал какие-то шаги. Слышите? А, это очень крипово. Это диджей? Это он хороший чувак? Кажется, это... Что это за место? Это туалет. Окей, здесь нет ничего. Но мы можем миновать робота, да, таким образом. Где он? Вот он. Туалет, куча туалетов. Вау, прикольно. Это прикольно выглядит. Я такую штуку видел в реальности. Оказывается, в реальности это существует. Нет, наверняка комната охраны будет наверху. Роботы тоже здесь, надо быть начеку. Нет! Шопа! Кто? Найн! Прячемся. Тихо. Тихо. Вот сюда.
спалило, что ли? Давай. Вот так. Уродство! А-а-а. Давай, заходим сюда. Резко. Купим стамину. Черт. Спалило все-таки. Вот я не понимаю пока еще механику, это как мне именно, чтобы от меня отстали. Иногда хватает просто того, чтобы зайти за предмет, присесть и все. Она такая, где он? Где Евгений? Но не сейчас, видимо. Сейчас все гораздо сложнее почему-то. Ладно, давайте просто не напаримся на роботов и проблем не будет. Окей, мы здесь. В какую сторону? Не сюда. Вот где-то тут, мне кажется, начинается должно... О, прикольно здесь место. Но нам не сюда. Оп, стоп. Стоп. Все, жопа. Нет, не спалили. Не... Вот как-то так. И здесь еще одна такая же комната. Ничего. Боже мой. Все, все. Жив. Жив. Черт, я не в ту сторону пошел. Или, погодите, нет. Мы еще не дошли до конца. Пожалуйста, пожалуйста. Есть, убежал, убежал, убежал. О, вот это место по-другому выглядит уже. Какое-то более зловещее, да? Что-то в нем есть. Оно закрыто. Закрыто. Вот дверь. Стоп. Что-то можно было сделать? Что-то можно было нажать? А, спрятаться вот сюда, в коляску. Нет, не надо. Кажется, мы пришли в нужное место, да? Да. Да, вот ремонтная аппаратура. О, пожалуйста, сохранялочку. Мы так близко с этим мишкой. Неприятно даже. Вот, сохранялка, отлично. Есть! Пока что хорошо идем, да? Мне кажется, да. Западный зал игровых автоматов не смог завершить работу в штатном порядке. Это могло привести к повреждению данных. Прежде чем продолжить, перезагрузить диспетчер звука, нажав мигающую кнопку рядом с танцполом. Грегори, система безопасности знает, что ты здесь, поэтому она тебя изолировала. Сбрось выключатели и восстанови подачу питания в западном этом. Окей. Окей, я понял, что происходит здесь. Нам нужно вернуться в нет. Нам нужно вернуться в самую туда. В самую туда, вниз. На танцпол. Ой, мне кажется, нам даже сюда и не нужно. Возможно, нужно, но потом. Я, знаете, что боюсь, что поскольку выключился свет, не будет ли это сигналом для Луны? Для Луны пойти и надрать мне задницу. Вот сюда мне нужно. Кстати, хорошая идея. Давайте держаться вот края балкона. Прям еще. Да, так проще идти, потому что все боты больше к стене держатся. Вот здесь еще один. Чика здесь. Да блин! Все, за дело. Вот танцпол. Неужели без препятствий? Я слышу ее где-то. А, нет, это просто тут шестеренки работают. Уф! Все хорошо? Отличная работа. Протоколы безопасности отключены. Замыкание прэм. Запуск диджейских протоколов. Ретикуляция. Окей, восстановите питание во всех областях. Остались три области. Отдел уборки. Игровые автоматы. Еще...
Три выключателя в западном зале игровых автоматов сбросить. То есть нам теперь нужно искать их и при этом не попадаться на глаза Чики. Это был первый, да? Сейф нельзя. Мне нравится музыка, кстати, вот эта. Она как-то меня, знаете, задает мне лад такой. Напряженный. Отвлечение не нужно. Пока ни к чему. Стоп. Чёрт. Прячет. Чувствую себя шпионом прям, знаете. Вон она. Идет. Ладно, пока она идет. Сбросить три выключателя в западном зале игровых автоматов. Он сказал, что один, где уборщики... Давайте выходим. Где зона уборки была. А еще один, где игровые автоматы. Хорошо, меня не заспалили. Игровые автоматы где? Внизу, наверху. Сволочь, а. Плохо. Плохо. Нет, вот с тобой еще хуже. Пускай меня, пожалуйста. Смотрите. Все, она меня не видит. А, смотрите, тут какая-то штука. Жмем. Окей, 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 хорошо. Все началось. Что это? А куда? Погодите, а куда делся этот урод? Что за говно? Он за мной? Вау, он ожил? Блин, и Чика еще. О, смотрите. Второй. Так, остались две области. Мы можем отсюда выйти-то или нет? Что это за тень? Какого хрена? Блин! Вот это очень круто! И очень стрёмно. Как мне быть? Так, мне кажется, мне надо валить! Игровые автоматы, игровые автоматы. Где это? Блин, роботы сраные еще здесь. Нет! Мне еще Чики не хватало. Смотрим, игровые автоматы здесь. Вот еще один. Прячемся. Осталась одна область. Окей, выходим. Черт, где еще? Стоп. Как? Знаете, что вспомнил? У меня же есть вот что. А, она не в ту сторону пошла. У меня есть камера, если что. Воспользуемся этим. Так. О, чуть не спалился. Значит. Значит. Там я не видел нигде выключателей. Может быть. Может быть, вот в эту сторону пойти. Сейчас нужно обойти где-то здесь. Вот здесь, возможно, где-то еще один. Стоп. А, нет, 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 нет. Нет. Бежим. Он меня не увидел. Окей. Это хорошо. Вот, есть. Так. Сбросьте последний выключатель в дальней части зала. Еще один? Сказали же три всего. В задней части техобслуживания. Это надо вернуться в техобслуживание туда. Мама. Пу! Обратно. Копим стамину и бежим.
Стоп, пробуем. Бам, есть. Ой, надеюсь, зарядится у меня камера. Как хорошо, что я вспомнил про нее вообще. Бежим. Нет. Сволочь, сволочной. Не пугайте. Она же в отключке, да? Как долго? Без понятия, как долго. Все, она уже не в отключке. Так, давайте внимательно. Здесь сохранить нельзя. Здесь нигде нету. Как у меня с камерой дела? Заряд есть. Блин, только бы ее здесь не было. Видимо, сюда нужно идти. Надеюсь. Блин, такая музыка стрёмная. Точнее, не стрёмная, она меня в напряжении держит. Ну давай, где ты? Еще дальше? Зачем так далеко меня? Вот он! Ну! Вот теперь, мне кажется, надо бежать, да? Блин! Пожалуйста, не убивай меня! Скорей! Стоп! Прыгай! Беги! Как? Как? Там явно была дырка, через которую я не смог пройти. У меня что, заново? Нет, музыка играет. Возможно, просто сейчас будет кат-сцена. Пожалуйста. Что, я просто бегу? Я быстренько добежал снова сюда. Вроде как без проблем. Теперь будет вот эта проблема. Ее надо решить обязательно. Я не знаю, работает ли на него фотик? Походу, нет. Блин, не работает. Сюда. Прыгаем. Хорош. Теперь куда? Сюда? Пожалуйста, спокойно. Спокойно. У меня просто стамины не хватает. Скорей. Есть! Сейф, 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 сейф! Сейф. Окей, хорошо. Наконец-то. Наконец-то мы это сделали. Я думаю, друзья, фух, это было напряженно. Починим голову робота в следующей серии. Было прикольно, вот этот эпизод мне понравился. Надеюсь, что вам тоже. Если так, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут на них в описании. С вами был Юджин, увидимся очень скоро. И всем пять!